це програма «Олімпійський батл», і мені вже, ой, як не втерпець познайомити вас із нашими наступними учасниками. Отже, зустрічайте, Олександр Горшковозов. Привіт, Саша. Викликаю на бій твою чарівну та прекрасну опонентку Діана Глостер. Привіт, Діана! Оголошую олімпійський батл відкритим. Прыжки в воду – это не только там прыжок какой-то с вышки или трамплина. Mm-hmm. Это еще и хореография, это батутная подготовка, и тренажерные залы. Сейчас мы с тобой немножко побегаем, поразминаемся, порастягиваемся и пойдем к станку на хореографию. Давай, я готова. Побегали, потянулись, теперь пойдем к станку на хореографию. Давай. У нас первая позиция. И делаем базовые упражнения. Это батман в пике. Раз, два, три, четыре. На этом наша хореография закончена. И сейчас мы можем идти на вышку, на воду. Ты еще немножко поразминаешься. Это очень страшно. Долго там не стоять, а потом такой полет, просто здесь очень понравилось. Хочу еще. Конечно, напрыгалась. Спасибо тебе большое. Это было неожиданно. Но я сейчас буду, мягко говоря, мстить, потому что заставлю тебя петь. Mm-hmm. Можно? Да, конечно. Смотри, это слова моей песни. Вот это куплеты. Это я спою. Твоя часть вот это. Вот сейчас порепетируем. Смотри, а ты сможешь настучать, да? Давай. Три, четыре. Забери меня, будто навсегда. Обнимай, любя. Открой глаза. И открой глаза впервые. Да. Ты знаешь, и любовь не ранишь, чувства ты оставишь, вечность рядом, мало ли, мало ли. Забери меня, будто навсегда, обнимай, любя, и открой глаза впервые. До этого всю жизнь ты спал. Забери меня, уходи туда, где судьба, крича, называет твое имя. Я следом за тобой пойду, за тобой, за Забери. Тобой, за тобой. Это припев. За тобой, за тобой, за тобой, за тобой, за тобой, за тобой. За тобой. За тобой. За тобой. Все? Не так страшно? Стоять. Я сегодня была погружена в совершенно новый для себя мир и, честно говоря, задумалась о том, чтобы тренироваться для себя просто и учиться дальше тому, чтобы прыгать в воду. Чувствуешь себя просто дельфином. И я очень благодарна Саше, потому что он, во-первых, был очень терпеливым, а терпение ему понадобилось, а во-вторых, он настолько с душой и просто объяснял сложные вещи, что я не так сильно нервничала. Надеюсь, что у меня хоть немножко получилось не позорно, мама будет мной гордиться.
Сегодня я был в роли тренера. Диана сделала все, что от нее требовалось. И в свою очередь она задала мне задание спеть песню. Для меня это было что-то новое, потому что я никогда не пел. Для меня это было тяжеловато. Не бойтесь что-то начать, пробуйте для себя что-то новое, и у вас все получится. Ось так програма «Олімпійський батл» звільняє вас від потаємних страхів та розширює світосприйняття. А ви, будь ласка, не забувайте залишати у коментарях, хто вам сподобався більше сьогодні. А також ставте лайки цьому відео та підписуйтесь на наші соцмережі. І не забувайте слідкувати за нашими наступними олімпійськими батлами.